благодаря проведенным оперативным мероприятиям было снижено общее количество преступлений по сравнению с прошлым годом. Так, у нас зарегистрировано 107 минус 21 преступление. Были организованы мероприятия, рейды на улицах, в общественных местах. Тоже имеется благоприятный положительный результат работы. На данный момент зарегистрировано 22 минус 19 преступлений в общественных местах. Это практически наполовину меньше. И 11 минус 6 преступлений на улицах. За текущее время у нас снижено общее количество тяжких, особо тяжких преступлений. Основную массу преступлений составляет преступление это имущественного характера. За полгода 2016-2017 года было зарегистрировано 21 минус 17 краж всех форм собственности, грабежей 3 плюс 2 и мошенничество 17 плюс 1. Также были организованы мероприятия по борьбе с бытовой преступностью. Имеется снижение рецидивной преступности. Так, на данный момент у нас зарегистрировано 74 минус 11 преступлений лицами, ранее совершавшими, и 36 минус 3 – это ранними судимыми, которые отбывали наказание в местах лишения свободы. Преступность в городе Агидель за полгода она уменьшилась по всем направлениям. Уменьшилось число преступлений, совершаемых в общественных местах, уменьшилось число преступлений, тяжких, особо тяжких преступлений. Вот основную массу только вот составляет кражи, в связи с чем имеется у нас 15 плюс минус 1 преступление приостановлено за полгода. Основную массу здесь как раз составляют преступления, связанные с хищением имущества граждан. В основном нераскрытыми остаются у нас преступления, связанные с мобильными банками, телефонными мошенничества всякого рода, которые являются трудно раскрываемыми на данный момент. В связи с чем прошу граждан при поступлении смс-сообщений, поступлении телефонных звонков, характер данного сообщения – это блокировка карт, затем родственники попали в беду, на данные сообщения не реагировать, то есть деньги никакие преступникам не перечислять, пароли, данные карт своих не называть, сразу обращаться к сотрудникам полиции.